Друзья, всем привет, я всех приветствую на своем канале Перекупщик. 5 копеечек 2005 года. С левой стороны вы видите, что монетка без никелированного покрытия. Монетка из нержавеющей стали. Справа мы видим, монета с покрытием идет, а здесь без покрытия. Но как вот, например, что видно по монете. Обычно, если заводской брак, то вот очень похож на заводской брак. Потому что, когда монета, скажем так, окисляется, то она полностью вся в щербинах, в рытвинах. А эта монетка, видите, какая чистая. В основном, почему происходит... Почему слазит вот это покрытие? То есть для того, чтобы оно ушло именно с такого пятака, нужно достаточно большое время, чтобы ее держать в воде. Но если она будет лежать в воде, появится ржавчина на монете и появятся, как я уже сказал, рытвины, ямы и всякие ухабины на монете, на поле монеты. То есть такой вариант, что, скорее всего, монета, скажем так, бракована, заводской брак. Ну, цена где-то 10 гривен, я думаю, это минимум, что можно с нее взять. Ну, за 10 гривен я такую монету продавать не стану, потому что редко попадается вот с таким интересным браком. Видите? Какое нанесение золотистого вот этой блокировки, скажем так, на монетку, а здесь она полностью отсутствует. Ну, вот такая монетка попалась мне. Так что у кого есть возможность, вернее желание, ну и возможность, приобретайте, звоните, пишите. Надеюсь, вам видео понравилось. С вами, как всегда, Мега Дэнди Перекупщик.